Привет! Я хочу рассказать вам о своем эксперименте без косметики. То есть я, как простая девушка, часто пользовалась большим количеством косметики. А теперь я решила от нее отказаться и привыкнуть к своим собственным чертам лица, чтобы понять себя лучше, полюбить себя. Я думаю, что это естественное желание и естественное решение с переходом на более чистое, практически сыроедение, практически стопроцентное сыроедение. То есть я не могу, больше не хочу называть, что это что-то стопроцентное, потому что меня окружают мои дети, семья, и они не стопроцентные сыроеды, поэтому не могу сказать, что я являюсь стопроцентным сыроедом. Но вот за естественный образ жизни я стремлюсь к этому. То есть это стопроцентное веганство. Я считаю, что мне этого вполне достаточно, и я себя отлично чувствую. А лицо стало, замечаю, могу сказать честно, что кожа стала гораздо лучше. Раньше у меня все время были прыщи. Я ходила к косметологу, что только мы не делали с лицом. А теперь я замечаю, что кожа, во-первых, довольно насыщена влагой. Все нормально, все хорошо. Прыщи не появляются. Может быть, этому еще способствует спокойный гормональный фон, который установился во время грудного вскармливания. Но я думаю, что прыщи я имела благодаря потреблению большого количества творога. То есть каждое утро я раньше ела всякие творожные запеканки, когда была в подростковом возрасте. И это приводило к таким вот большим, огромным прыщам по лицу. А теперь я могу похвастаться тем, что ничего такого нету, не пользуюсь тональным кремом, ничем не пользуюсь, сейчас даже не крашу брови и ресницы, ну, потому что я натуральная блондинка, я раньше все время красила брови и ресницы, чтобы выглядеть более эффектной, более выразительной, привлекательной, а теперь я хочу заняться по-другому своим лицом, то есть фейсбилдингом, улучшить кровообращение на лице. Также делаю стойку на руках. Это возвращает много крови к лицу, прилив крови происходит. И мы выглядим гораздо моложе, красивее. Так что рекомендую освоить. Это несложно возле стенки делать стойку на руках. Вот. Даже я с двумя детьми, когда я с ними играю, я им это показываю и делаю вместе. Вот. И делаю вместе с ними. Здорово! Улучшает цвет лица. Что еще? Можно делать массаж с кокосовым маслом, вот, расслабляющий такой вот массаж. Также, конечно, это свежий воздух и дыхательные упражнения. Они насыщают нашу кожу кислородом, каждой клеточке, и нам нужно меньше косметики. А вообще, мне кажется, это влияет на нашу психику. То есть, когда мы начинаем принимать себя такими, какие мы есть, нам становится проще жить. Это как уменьшение количества потребляемой еды, так и уменьшение косметики. То есть, мы становимся чище, здоровее и меньше нуждаемся в дополнительном приукрашении себя. Главное научиться с этим жить и не комплексовать. Вот. Поэтому, смотря на свою 11-месячную дочку Лизу, я поняла, вот человек такой веселый, красивый, улыбающийся, молодой, и он абсолютно не думает о том, что как бы себя приукрасить. И я хочу подражать ей, то есть учиться своей доченьке. Вот. Посмотрим, насколько долго я смогу так жить. Мне самому интересно. Вам тоже рекомендую попробовать, если вы пользуетесь косметикой, попробовать на некоторое время или, ну, минимум на неделю от нее отказаться и пожить в более упрощенном виде. Всех целую, всем пока. Хорошего вам дня. Ведите здоровый образ жизни и подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного. Пока!